дорогие друзья, спасибо за приглашение на вашу конференцию. Я хотя не закончил ВМФ, я закончил ЛТИ Ульянова Ленина, но безумно люблю ваш вуз и воспринимаю наш клуб как филиал, такой молодежный филиал ВМФа сегодня. Эта конференция посвящена памяти Георгия Михайловича Гречко. Вы знаете, он закончил тоже наш дворец творчества юных, правда, не клуб космонавтики, его тогда еще не было. Он очень любил ребят. Он очень часто был у нас в клубе. Можно, благодаря его взаимодействию с ребятами, у нас появилось желание идти в космос. Первым такой была Екатерина Иванова, которая прошла через военмех и была дублером многократным, и тогда проложил дорогу в этот космос. Ну, конечно, Андрей Борисенко, тоже выпускник нашего клуба, которому счастливая звезда улыбнулась, и он уже дважды побывал в этом космосе. Причем он, так понимаю, отвечал за двоих от имени нашего клуба в этих полетах. Что характеризует военмех? На мой взгляд, это преемственность поколений. Хороший пример – Георгий Михайлович Гречко, Екатерина Иванова, Андрей Борисенко. Три года назад Олег Николаевич Остапенко, в то время руководитель Роскосмоса, предложил нам создать спутник и запустить его в космос. Мы загорелись этой идеей, нас поддержал военмех, и мы сегодня на вашей конференции представим несколько докладов, посвященных нашему проекту. Мы очень хотим создать группировку на орбите. Сегодня пойдет речь о создании крупногабаритных конструкций с помощью наших спутников. Ребята воодушевлены. Знаете, о чем они думают? Я думаю, это хорошее, я подсмотрел как бы вот их тезисы, хочу вам зачитать. Никогда не складывать крылья и менять крыловидность. Не бояться взлетать выше невозможного. Вот сегодня о чем думают ребята, я думаю, они скоро придут к вам. И это действительно начало такого взлета у ребят. Ну и завершить я хочу маленьким четверостишьем. Мы детей воспитали много. И всегда их с победами ждем. Пусть у них будет ровная дорога. ЮКК, военмех, космодром. Спасибо большое, желаю удачи.